Меня зовут Николай Бондаренко, я из Саратова приехал. Меня включили в список. Первый раз присутствую на заседании ЦИК. Это позор на всю страну. Вы топчете демократию и выборы. Простите, это чушь какой-то несется. Знаете почему? Почему? Я знаю, какой вы популярный. Что знаете? Я знаю, какой вы популярный, какой вы харизматичный. Слава Богу, вам успеха. Только, знаете, есть еще... Судья Арбузова обратится по вашей душе. Судья Арбузова обратится. Чтобы она 6 лет дала, как мне. Ни за что. Я не могу заменить судью. Я не могу заменить прокуратуру. У вас все суды такие. Все. У вас тоже. Нет, не у меня. Когда мы придем к власти, вот не будет. Не будет этих судов. Мы уже были у власти. Начали. Когда я был у власти, я 65-го года рождения. Вы были у власти в 90-х. Никогда не было. Вы. И ушла. Вы начали говорить. И ушла в нее в 91-м, между прочим. А сейчас-то вы где? И что? Вы камеры отключаете на участках. Вы что, боитесь? Подождите. Вот придете, будет у вас большинство, принимайте другие законы, мы будем их исполнять. Николай Александрович, придут, но только миллионы придут. Да пусть приходят. Я только рада буду, если миллионы. Я боюсь, вы не рады будете. То, до чего сегодня доводит избирательная комиссия. Население, как вы смеетесь над волеизъявлением граждан, трехдневным голосованием, электронным голосованием. В заключение, вот просто раз у нас есть возможность задать личный вопрос, а вы гордитесь тем, что вы делаете? Вы довольны? Да. Знаете, гордитесь? Я горжусь. Я скажу почему. Потому что я жизни не вижу сейчас лично. Я здесь проводаю, извините, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы в стране, извините, страна не развалилась, не раздербанила страну, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально. Какая стабильность? Мы вымираем. Пять лет и в нищете. Потраченные моего здоровья на то, чтобы очистить комиссии всех уровней. Я знаю, что бывают нарушения. Бывает. Но их стало гораздо меньше, потому что это мои нервы, мои силы смешиваются с моими коллегами.